Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, и сегодня у нас новенькая серия «Битвы за контейнеры» в GTA 5. Итак, друзья, сегодня мы вместе с Димкой Федоровым, с Юрычем, с магистром Жух из Funny Games будем случайным образом выбирать себе автомобили. И после этого мы пройдем 6 разных испытаний. И, друзья, самое время узнать, какие же машинки мне достанутся. И в этом мне, конечно же, поможет Алиса. Назови число от 1 до 441. Выпало число 59. И это у нас Porsche 911 GT3. Ну и давайте мы сразу спросим номер второго автомобиля. Назови число от 1 до 441. Выпало число 106. Это у нас Nissan Skyline GTR R32. Ну что, ребят, вот такие сегодня мне выпали машинки, очень интересно. Это Porsche и старенький Skyline. Ну, ребята, полетели, отвезем их магистру в Жух, он поставит их в контейнеры. Погнали! Ну что ж, ребята, вот мы здесь и собрались. С вами, как всегда, Юрыч, Донни, Funny Games, магистр в Жух и Димка Фёдоров. Кто? Я так и не понял, кто там с нами. Ой, я упал лицом. Нормально. Вы опять мне подножку сделали. Ребят, в общем-то, короче, сегодня... Ребят, сегодня мы не по-обычному выбираем контейнеры. Прямо сейчас вы выбираете мысленно, вся в голове, не говоря номер контейнера. Насчет 3 мы пишем номер контейнера, который вы хотите забрать. И если у вас не совпал с кем-то, то вы забираете свой контейнер. Вы готовы? Айда, погнали. Давайте. А, давай. Насчет 3 скажу, давай. Да, давай. Три. Четыре, блин! Ну, у нас Sony четверка выпала, да? Да. Итого у нас остается 2, 3, 4, да? Окей, ладно, я беру 3, пофиг, ладно, хорошо. Второй, да. Так, погнали. Что у нас тут? Что здесь? О май гад, моя же выпала, пацаны, а что у вас? Ё-моё, не моя же, на самом деле, я ща... Блин, Димона выкинула? Бывает. Бывает. А я проиграл. Блин, фига у вас. Почему? Ну, прям такое себе, слушай, будет интересно. Ну что, ребята, машинки мы свои получили, очень сильный разброс и полетели на первое испытание, это Drag Racing. Ну что ж, ребята, в принципе, я уже готов чирить на этой Феррари, вам сказали, как эпично он смотрится у меня. Нормально. Ну что, вы готовы, ребята? Да, я уже кидаю. А, стоп, я тоже кинул, две. По первой, да. Оба. Воу. Да ладно, я последний, короче. Пацаны, GDM тащит. Жуха, наверное, хороший. Смотри, фига в жух пошел. Блин, я даже не жух, ты куда? Ну это дождь. Да, это чисто маслкар. Пацаны, у меня чисто GDM. О, да, офигенный. Что-то такое хочу перекрасить другой цвет, на самом деле. 100 км в час. Ладно, сейчас я как-нибудь перекрасил. Да, пускай будет красный лучше, наверное, такой. Я, короче, пацаны, давайте пока, я поехал в гольф играть. Ясно. Воу, Дима, хорошо зашел. Ясно. Понтовая, но без понтовая. Она понтовая. Лютый разброс рандома, на самом деле, но тем интереснее. Окей, ребят, записываем баллы и полетели на спринт-гонку. Ну что же, друзья, следующее испытание — спринт-гонка по бездорожью практически. Я думаю, давайте начинать уже. Кто найдет бездорожье, ребят, тому 100 рублей, потому что там бездорожья нет. На самом деле. Там в конце оно было. Фига. Ты что, с лаунча, что ли? О, да ты видел? Мужик вышел, пизды. А кто второй? Кто второй? Блин, у меня машина ходит. Я не поворачиваюсь. Вот меня врезаться. Кто второй? А, магистр, я понял. Я не хочу вообще врезаться, но, блин. Так, тихо. У меня дрифт-корч. У тебя дрифт-корч? У тебя пикап дрифт-корч? Блин, это запечатлило. Это было красиво. Нормально. Да. Какие-то бампера валяются, нормально вообще. Блин, жесть. Не, у меня, ребят, R32 чисто GDM тащит, пацаны. Тихо, не толкайся, жирный. Я не толкаюсь, я пытаюсь вас объехать, блин, а. И, ну я, короче, чилю, если я не ошибусь, это изи вин, отвечаю. А Донни вообще полетел, вообще нас. Да, реально, ребят, не, реально, если сейчас я не ошибусь, это изи вин, пацаны, потому что R32 у нас, она очень классная. Нет, нельзя. Я жил тот медленный. Я сразу говорю, что у меня пай, тормозов нету, если что, могу влететь. У меня тоже тормозов нет. Я от первого лица пойду, пацаны. Я, блин, цепляюсь, пацаны, я на второй позиции, отлично, Донни. Вот это вообще жестко. Хорош. А ты какая тебе машина, Димон? Лютый, у меня я чуть не перекрыл. А, я понял. Я тебе говорю, у меня нормально так цепляется. Бот. А, да, ребят, здесь есть по бездорожью кусочек. Я это немножко, да. Воу, 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 воу!
Феррари носит, пацаны. Давай. Я все понимаю, ну нахера. Вот это было ужасно, между прочим, такие повороты. Тихо, нормально. Знаете, это чувство, когда я хочу вашу атмосферу, но мне как бы и так хорошо, на самом деле, впереди еда. Нихера себе, ты че мне его багажник закинул, алё? Это что было? Что с тобой происходит? Жух твою мать, он Что было-то? Я на последней позиции вообще. О, куда нормально. Это вообще какая-то лютая хрень, пацаны, вы что творите там? О, я очень нехорошо оторвался от вас. Юрычу, и в итоге я оказался последним. Пиздец. У меня сейчас шанс есть. На прямой. Мне кажется, побыстрее. Ну ты что творишь, молодые? Во-во-во, я же говорю, просто всех растолкал нахер, а? Таракан! Жух таракан. Я уже, да, ребят, я уже финишил, я уже чилю. Давай кофеек там мути. Что там такое? Все, пацаны, я приехал на финиш. Я приехал. Ой, фак, хотел бы с ним. О, вжух убрался. Он, короче, просто улетел. Нормально. Кто будет третьим? Господи, я даже... Вжух или Фаня. Ебой, Феррари тащит. В скобках нет. Мне мощности не хватает, пацаны. Такая эпичная гонка. Это жестко было. Это жесть. Ну жук, блин, я тебе отвечаю. Все, это война, дядя. Ясненько. Ладно, ребят, записываем баллы, полетели на прыжок с трамплина. Так, ребята, ну что ж, вот и последнее испытание для этих машин. Это по традиции уже. А что, мы все вместе поехали? Это прыжок в длину, она сейчас. Так, у меня сотка. Ой, ой, вжух меня обходит, да? Я что-то смотрю, они там вообще так хорошо дружно едут. Меня вжух обходит, пацаны. Такое, я вообще вжух. О, пацаны, бензина нет, я глохну. Чего? Пацаны, я глохну. Алло, я не могу ехать. Ну что, ребята, мы готовы, я заправился вжухом, одновременно мы стартуем, поехали. Давайте. Сейчас меня вжух обойдет, чувствую, да, напрямую просто. Я, короче, урываюсь, то есть сначала со старта, потом вжух меня, во-во, все, пошел. Мне меня сейчас 160-170. Знаешь, Феррари просто здесь самая беспонтовая, вот эта классика. 200 уже вжух, ё-моё, у меня 185. У меня 180 с копейками был. 190 вжух, просто меня обошел, понимаете? Около меня проехал. Ты что-то хотел, там дожик заряжен. Да, 200. Вон они, я тоже вижу. Так, оо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 о
Блин, а что это? Нормально, конечно. Донни меня вытолкал, ничего не знаю, нам, короче, одинаковые баллы. Не-не-не-не-не, мне больше, мне больше. Ладно, нам можно, в принципе, по 2 балла, да. Я вот. Далеко, я у нас домой доехал. Окей, парни, да, записываем баллы, полетели выбирать вторые контейнеры. Ну что, ребята, мы выбираем вторые контейнеры, и давайте, значит, 3 одновременно мы пишем в чат номер контейнера. Да, вжух, ты произноси числа, давай. Так, давайте, я ввел. Давай. Да, давай. Раз, два, 3. Блин, опять Юрыч. Ну что ты? Не-не-не, так, короче, что у нас? Первый, второй и пятый, да, остался? Первый, да, второй, да, и пятый. А давай мы спросим у Алисы, какой тебе забрать контейнер? Первый, второй или пятый? Это в таком случае. Давай. Назови число первый, второй или пятый. Число 3. Давай плюс делай. Это значит пятый? Да, это пятый. Я забираю второй в таком случае. Ну давайте посмотрим. Мне второй еще. О, да! Регера! Не попалось не мое говно, но такое же. Пацаны, я в первом контейнере. Что это за разброс? Короче, у Фани моя машина, а чья Регера? А это Агер или Регера? Он у меня... О, съел. У меня вообще какая-то раскривушка, блин. Окей, пацаны, полетели на первое испытание, это дерби. Полетели. Так, ну что, пацаны, у нас дерби, давай, Донни, доставай гранаты из своих чертей. Я уже кинул. А можно я тут останусь? Можешь чилить дальше. Врум-врум-врум-врум. Врум-врум-врум, мадафака. Господи. Хорош. Хорош. Ну-ка, давай. Что? Девка, не того толкаешь. Убирай вот эту. Юрий, что с твоей машиной? Я не знаю. Пока мы выезжали, со своими машинами все. Набор текстуры. Так, давай. Кого толкаешь, дядь? Давай мы, короче, ополчимся. Давай, давай, ополчение. Милый факел. Толкай. Давай, давай, пацаны, хорошо. Вы просто на одном месте стоите, вы понимаете?
Так, ладно. Он над нами издевается, посмотри. Да, я тебе что кажу, да, это так и есть. Так, слышишь? Господи. А можно все одинаково баллы, пока меня не скинули? Ой, я не хотел! Я не хотел говорить, я не хотел! Я не хотел, я... Господи, не виновата ли я? Да, не, ребят, конечно, Регера, я только выехал сначала в фане, потом сразу в жуха. Погнали там, что, следующее испытание? Да, ребят, горячие лет полетели. Я уже кинул грену, короче, просто катись вниз. Ладно, давайте. Бау! Да что ж так жестко-то, а? Нет. О, спасибо. Из меня машина вывалилась, алло. Я просто чилю, вы гляньте на это. Я встал. Тони, ты там срёшь по дороге. Я сорян. Серушка. Жох, уйди. Нормально. Хорошо, Димон там хорошо так бачком идет. Чисто Димон ваговод, поняли? Ой, братан! Я тебе говорю, братан, за это просто платишь. Мне бан, да, пацаны. Это бан, пацаны. Окей, ладно. Через F2! Не, ну, да, это изи, просто изи, пацаны. О. А так что, получается, если я застрял, все, я не могу ничего двигаться. Пацаны, я, короче, приехал, но я немножко в этот, в воду упал. Это просто капец, я тупо, короче... Так а что, кто первый финишировал-то? Я впечатался в дерево. А, второй фани? Я все, я уже здесь, я просто там на дерево сел. Ну так а финишировал-то? Вообще, Димон финишировал третьим. Не, я не считаюсь, я там вообще в дерево... Это вообще... А кто там? Это я тебя вытолкнул, Димон, или ты после этого? Не, ты меня там толкнул, конечно, я по траектории ехал, я мог выиграть, но ты, конечно, сделал свое. А, ладно, Димон, чисто от души сорян. Комфортно чувствует, я заметил. Так, в итоге, а кто был второй в итоге, я так не понял, кто в итоге? Юрыч, потом я. А, окей, Юрыч, потом, ясно. Окей, ребят, да. Записываем баллы, ребята, и последнее испытание сегодня будет неожиданно, это прыжок еще один, только теперь в пропасть. Неожиданно, полетели. Ну что, пацаны, следующее испытание, оно уже заключительное, это, короче, прыжок с горы Чили, это и я, наверное, погнал. Я с тобой. Давай. Ох, нифига, Тони улетел просто. Только не в дерево, ну, пожалуйста, нет. Он тебя погнал еще в полете. Я встал! Ну вы чё, как это можно было поймать? Застрял, да, но не там? Застрял. Я застрял, прям вот сразу въехал в задницу. Слава богу, это тебе карма, брат. Это просто карма. Ой, я наконец устал. Чили. Тихо, чё вы там все вместе вообще катитесь? Нормально вообще, адекватно? О, в жух-то реально уехал далеко. Я вытолкал просто. Так, она едет еще. Блин, я сейчас встану. Нет, не хочу. Все, я застрял тоже. Не. Пани, брат. А где в жух-то? Капец, в жух уехал. Жух далеко улетел. Качусь, пацаны. Я так хорошо полетел и просто... Ребята, у меня задница превратилась просто в лепешку. Да. Что у нас получилось? Ты дальше получаешь? Ну я, да, напомню. Ну да, он дальше. Ясно, парни. Записываем баллы. Да, я полетели на подсчет. Ну что, ребята, мы посчитали наши баллы. Давай, Фаня, оглашай. А, в общем, у меня 14 баллов, потом идет Димон, у него 15 баллов. Так. Да, я потом Юрыч, 19 баллов у Юрыча. Ага. Нормально, но мало. Да. У Жуха очко 21 балл. Так. И Дони, ты рядом совсем, 22 балла. Оу, ее! Я, блин, испугался, что из-за того, что я вывелся там в этот, я проиграю. Ну да, конечно. Окей, ребят, блин, гляньте, какой был движок офигенный у Димона. Или чья это была машина? Да, просто такой прям чистенький. Ребят, рандом был вообще лютый, разброс был очень сильный. Ребят, ставьте... Да. Ставьте лайки, ребята, и подписывайтесь на наши каналы. Всем удачи и всем пока-пока.